отца. Она хотела спокойной жизни, а отец не мог без проблем. Я такой же, как он. Мальчик исчез и стал копией отца. Как ни странно. Но я гордился этим. Безопасности. Так, убийца Лены. Я обязан найти его. Дэмиан трепал про второго хакера. В Мерло кто-то был. Нужно потрясти Дэмиана. Радуйся, что жив. Мы же были друзьями. Тебя не узнать. Заделался крутым хакером. Даже слышал, мстителем стал. Ты что-то ляпнул про второго хакера в Мерло. Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? А, любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори. О встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. Буду рад встрече. Не томи. Thank you.
большой камер наблюдения, используя сам... Надо торопиться. Демен слишком гордый. Это полезно. Разведу его на инфу. И свалю. Иначе все. Встряну по уши. Ты где? Лучше тебе этого не знать. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйден? Хм. Не хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники. Что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Дэмиан, что ты творишь? Знает, что я дорожу своей семьей. Зачем ему Ники? Убивать не станет. Скорее, я его грохну, и он в курсе. Брэнкс хочет, чтобы я сдался. Стал работать на него. Помог найти тех, кто нас нагрел. К черту. Покончу с этим. Держитесь там, я скоро. Никто даже палец о палец не ударил, чтобы его подлатать. Свет отключился, тоже мне новость. Всего 6 лет. Грустно. Где они? И ради чего? Все впустую. Знаешь, очень странно, когда кто-то вроде тебя окружает тебя кучей хрупких вещей. Ты слабеешь. Где? Ну нет, так не пойдет. Лучше тебе ответить. Да. Ники, где ты? Ники! Включи мозг. Лишний шаг, и она труп. Пойми, я сам не хотел. Но так уж получилось. Послушал бы меня, все было бы в порядке. Скажи мне, где они? Они? Там только Ники. Мальчишка. Черт знает где он. Так, вот что ты сделаешь. Тут засветился Харт. Помнишь про второго хакера? След приведет к его компу. Найди и узнаешь, кто натравил его на нас. А если честно? Вопросы задаю я. Притащи мне Харт и точка. Это будет плата за Ники. И давай без глупостей, Эйден. Держи меня в курсе. Тогда сможешь говорить с сестрой. Ты мне, я тебе.
Это я тебе припомню. Да-да, не зарывайся. Я запросто ее убью, если что. До связи, партнер. Где же Джекс? Дэмиан его не нашел. Может, планшет при нем? Нашел. В надземке. Черт, его преследуют. Нашелся. Я волновалась. Эксплойты DedSec. Надземку хакну? Поезда? Да, но... Это очень срочно. Как их ломать? Все сложно. Подожди, пришлю кое-что. Свежий эксплойт. Система его не опознает, но он одноразовый. Присылай. Готово. Что случилось? Некогда объяснять. Езжай в мотель Филин. Ясно? Тогда Джексон сможет от них скрыться. Проверь каждый вагон, он где-то тут. Здесь никого. Смотрю следующий. Так, выиграл время. Теперь на станцию. Держись, малыш. Поезд уходит. Блин! Так, на следующую станцию. Живо, живо! Вдруг я хочу посмотреть. Что-то нас понял. Что это за мужик? Надо от него оторваться. Еще люди! Ясно? Старай же! Он бежит. Бросил тачку. О, боже, нет! Стрелок только один? Точно! Он крадет мочи! Мочи! Он вышел! На выход!
Ему насрать на всех, кроме себя. Джекс. Не бойся. Тише, я с тобой. Послушай, это важно. Те люди что-нибудь говорили? Ответь мне, Джекс. Ладно, найдем твою маму. Алло, Йоланда. Это Эйден Пирс, брат Ники. Что-то случилось? С вами можно будет встретиться. Мы с Джексом уже в поезде. Так, знаете, где надо выходить? Да, да. Ничего не бойся, ладно? Они это сказали? Понятно, Джекс. Супер. Привет. Здравствуй, милый. Скажите, в чем дело? Где Ники? Тяжелый период. Она решилась выбросить вещи Лены, думаю. Она, наконец, прощается. И как она? Плохо. Пусть позвонит. Она попросила меня. Вы сможете пару дней присмотреть за Джексом? Мы заплатим. Конечно. Сделаю, что смогу. Отлично, спасибо. Нике нужно время. Переболеть, так сказать. Сложно, но мы справимся. Да? Идем, малыш. Побезобразничаем с тобой. Идем. Пока. Ладно. Вот так. Впервые город ветров заслужил звание самого высокотехнологичного города Америки. С тех пор, как мэр Рашмор одобрил использование ctOS, Чикаго есть чем похвастаться перед другими мегаполисами США. Похоже, это тот еще райончик. Надо подготовиться. Как дела? Что вам? Сегодня из чикагской тюрьмы был совершен побег. Сотрудники проверяют систему защиты. Подробности неизвестны, но один из преступников смог проскользнуть мимо всех контрольных пунктов. К счастью, беглеца почти сразу нашли и арестовали. Это Джон Смит, 34 года. Его адвокат настаивает, что Джона задержали по ошибке. Ты не отойдешь? Прилип ко мне зачем-то. Отличный выбор. Салют.
Вам помочь? Росин в Брэндон Докс. Доступа к ctOS у меня там нет. Лучше сначала хакну центр управления. Дважды повторять не стану! Что-то не так. Thank you.
Что здесь? Подозрительный объект. Разберемся, что к чему. А это ведь камеры Блюма. Неужели они следят за частной жизнью? Есть контракт! Кто возьмется? Да! Так, есть. Теперь Росин. Что же ты знаешь про Ники? Росин, посмотрим, где ты. Так-так, попался. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны. Вали! Я хочу жить! Thank you.
гости Чикаго, остерегайтесь мошенников. На улицах города стали орудовать наперсточники. Полиция призывает к бдительности, однако в погоне за легкими деньгами многие теряют голову. Кто-то из них работает на Брэнкса. Начну с владельца, Роберт Тарасина. Потом остальные. Спокойно, без нервов. Что за... странно. Эй, кто тут шастает? Это что еще за хрень? Твою мать, твою мать, твою мать! Только... Пойду дальше. Тут никого. Пойду дальше. Никого тут нет. Пойду дальше. Это кто еще? Thank you.
Ничего. Компьютер. С его помощью хакну камеры. Роберт, какой сюрприз. Напарить меня решил? Я добыл бабу Пирса. Бабу, окей. А пацана зачем, а? Думал, я тебе больше заплачу? Всю жизнь мне испортил. Кто у меня на хвосте? Твой парень? Не, он не мой. Хотя стоило предупредить об Эйдене. Помоги, что ли, а то язык мой развяжется. Да как будто ты что-то знаешь. Расстроится мальчик, ты готовься. Блин, что делать? Мне без разницы. Удачи. Сукин ты сын, тебе от меня не уйти. Начинай! Прикрой меня!
Понюхай его! Сестре. Дай трубку. Думаешь, ты что-то решаешь? Поговоришь с Никки, когда от тебя будет хоть какой-то толк. Так что отследи этот айпишник. А до тех пор не трать мое время. Хорошо меня знает. Каждый шаг просчитал. Небось, давно это планировал. Наверняка пойдет до конца. Не соглашусь, Ники, конец. Ладно, буду подыгрывать, пока не найду выход. Отслежу этот айпишник. Город Ветров заслужил звание самого высокотехнологичного города Америки. С тех пор, как мэр Рашмор одобрил использование ctOS, Чикаго есть чем похвастаться перед другими мегаполисами США. Быть какой-то выход. Он эгоцентрик, лишь бы победить. Если помогу, найду второго хакера, он отпустит Ники. А если нет? Неважно. Все равно других вариантов нет. Этот, осторожней! Вот урод. Со своим Мерло. Ну, Дэмиан, не упустил ли ты чего? Ну, давай. Дерьмо. Какого? Эй, это я. Сам же позвал. Черт. Запарился. Ну? Ну-ка, взгляни сюда. Кто это?
Не знаю, файл битый. Как бы посмотреть все видео? Не выйдет. Тут нужен оригинал. Я пытаюсь пробить ее по базам ctOS. Да, я чего хотела сказать-то? Он не знает про этот файл. Похвастался бы, точно. Ты про кого? Может, это ключ. Или нет, но... надо его опередить. Что-то случилось? IP-адрес? Да, он дал его мне. Найдешь, куда ведет? Да что происходит? Эйден, ответь мне. С места не сдвинусь пока. Он забрал ее, Клара. Он держит мою сестру как залог. О боже, тот самый тип? Да, Дэмиан Брэнкс. Ну, тут я бессильна. Пойду. Потом свяжемся, да? Как закончишь? Сюда. Что такое? Заткни уши. Вижу цель. Я приду. Похоже.
живо! Я разберусь! Не выдумывай! Иди уже! Нас сейчас прижмут! Наслаждайся. Это был последний раз. Я потерял сеть, нужно оборудование. Твои проблемы. В команде ты работать не хочешь? Твоя проблема, ты и решай. Но шустрей. Для тебя дело есть. Золотце, это твой братик. Эйден? Секс, как там мой малыш? В норме. Где ты? Не знаю. Тут холодно. Мне завязали глаза. Я боюсь, Эйден. Понимаю, но я приду за тобой. Я знаю Дэмиана. Не надо его бояться. Просто будь осторожнее. В каком смысле знаешь? Он меня похитил. Потому что ему нужен был я. Что? Хорош. Боже, что ты ей сказал? Она вся в слезах. Дэмиан, дай ей трубку. Если хочешь поболтать с ней, отследи айпишник и добудь мне полезную инфу. Пока. Она жива-здорова. Пока. Там, где ее держат, холодно. На улице? Если поговорить подольше, может, пойму, где...